Яркость. Давайте поярче. Так, ну опции надо все на максималочке, конечно же. Разрешение, сглаживание, бля, тха, тха, максимум. Васинг, да, максимум. Улучшенная графика, максимум. Степень размытости средняя, бля. Да, мультисона средняя поставим. Ну что, перезапускаем тогда? Перезапускаем великую игру на великом крузисе. Сейчас графином-то обмажемся по полной. Так, компания, новая компания, ветеранс, воин будущего, нихера. Не прощает ошибок, даже не пытайтесь. Смертоносные враги, нет прицела, нет наведения, не ожидайте помощи. Какое еще наведение, вы че, охерели? Легкая прогулка, но на костюм поможет выжить. Рекомендуемый уровень сложности. Ну я хз даже. Может я воин будущего, ребят, как вы считаете? Похож я на воина будущего? Ну давайте, какая разница, нам час играть в крузис, так может хоть жопа погорит. Не нужен обучающий курс. 23 года назад пришельцы Цефы вторглись в наш мир. Мы их остановили. Окей. Я их остановил. Окей. Они могут быстрее рассказать историю, я не понимаю, я уже 15 минут смотрю, как летает в космосе этот ебучий костюм. Крузис 3, вот и все. Как будто я что-то понял из того, что он рассказывал. Какие-то, блядь, пришельцы, какой-то сев, какой-то профит. Ни в одну часть не играл, понятия не имею, о чем речь все равно. 5 FPS, хай. Просто летит чувак в космосе, какой-то голос. Я был самый главный из всех, потому что я стрелял в пришельцев. И все мы знаем, что будущее предопределено. Не нами, а теми, кто сидит в костюмах. Я все еще в космосе. И мы смотрим бесконечные титры. Вот это я понимаю работа звукорежиссера, да, парни? Че он там шепчет? Я вообще не слышу. Блин, ну в 4К это круто выглядит, правда. Я бы не сказал, что здесь есть 60 FPS, честно признаюсь. Двигайся. Подлагивает, молясь. Но зато как выглядит, а? Куда все ушли? Из-за дождя вообще ничего не видать. Графин настолько четкий, что глаз режет просто. Ой, блин, видите, я не вру, раз чихаю. Мы должны... нашпиговавших тебя, Кейвольд, в Сибири, которые держали тебя в стазисе, бог знает сколько не лет, помню. Которые срезали нано-костюм с моего тела, которые собирались сделать это и с тобой. Сэл, вот это они. Ну ладно, я их ненавижу тогда. Давай, спецназ. Блять. Я выберусь отсюда. Да. Как они узнали? Черт. Я ж невидимый. Огонь по его позиции. Блин. Критическое состояние. Слушайте, солдат будущего действительно довольно сложный уровень сложности. Ладно, ничего страшного. Возможно, скоро будет автосейв, или возможно я смогу хиляться этим бухлом. Нет, не могу. Но честно говоря, то ли времени много прошло уже с момента выхода, но... Что-то я не впечатлен графином особо. То есть в последнем Call of Duty примерно такой же. И это... Я не могу сказать, что это комплимент в сторону Крузиса, который вышел 5 лет назад, а Call of Duty год назад. Потому что мне почему-то казалось, что Крузис в любом случае даст фору всем современным играм. Это нормально. Лук? Да. Тебе нравится? Нет. Потому, конечно, еще главного не слышал. Конечно, он мне не нравится, потому что такой же лук был в той грузинской... херне про снайпера, это был полный кал. Игра 2013 года, ну да, но... По моей теории, игры перестали становиться симпатичнее еще 10 лет назад, и поэтому, если игра когда-то была праймовой по графике, то она и сейчас должна быть праймовой. А Крузис как-то, ну не знаю, странно выглядит. Вот пример, первый Крузис, я тоже играл на Сабне, и он реально меня потряс. Или какой-нибудь Call of Припять.
Там такие текстуры были охренительно четкие. А здесь, ну да, приятный графин, но я и в современных играх такое вижу. А ведь современные игры намного страшнее стали. Игровая индустрия только ухудшает качество графики. Посмотрите на все эти Overwatch-подобные мультяшные проекты. Критическая угроза. Скорость ветра. Критическая угроза. Кого, блядь, он... Кто меня толкает? Ты чё, дурак, что ли? Алё, сам иди воюй. Ты чё, придурочный? Давай, давай. У тебя вон какой ствол. Мне нравится озвучка, жалко. Надо, наверное, погромче чуть сделать. Но если вы слышите, как они кряхтят, я думаю, вы понимаете, о чём я. Прочешите его. Не надо ничего чесать. Тихо-т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 ихо, Господи Иисус. На везение затащил. Господи. Блин, как же страшно-то. Двигаем. Вас понял. Никуда не двигаем, погоди. Я как солдат будущего должен быть максимально осторожен. Я своим решением кризис превратил в одну из самых сложных игр на Земле. Тут даже метр теперь прошевелиться тяжело. Так, это наш лысик. Лицевая анимация прикольная, но вот как чувак бегает, такое себе. Не, все-таки очень красивая игра. Я беру свои слова назад. Она, наверное, даст фору многим сегодняшним проектам. И на какой-нибудь Dishonored 2, блин, взглянешь, который лагает на максималках. И прям блевать тянет. И божество с графонией они оправдывают тем, что это такой стиль, понимаете? Или там в Prey. Это такой стиль просто. Это не мы не умеем делать красивые игры, это просто стиль такой. Когда они выдирают тебя из костюма, ты находишься. А то, что лагает, ну так, блядь. Многие из ребят умерли в муках, сердце не выдерживало шока. Это тоже такой стиль делать говёные игры. Да нет, блин, где пулемет? Я не сдамся. Даже не пробуйте меня уговорить. Ради бога. Ваше право. Все, невидимый. Невидимый, значит, неуязвимый. Сосочек пойман. Могу, могу прятаться вечно, могу. Чем я, блядь, сейчас и занимаюсь, между прочим. Вот и до автосейва доползли. Там был один, только я не понял, куда он ушел, направо или налево. Огромное спасибо, Ефрем ТМБ, за... Блядь, какой-то ёпта космонавт взял, блядь, пришел. Да ну нахуй! Кто это вообще такой? Взял, блин, членом меня ткнулся. А, господи, не сын. Двигай вперед, встретимся внизу, окей? Да, он идет проверять. Главное, чтоб тот его реально не прикрывал. Мы потеряли человека. Нифига, двух. Ёпты! Ху, хрен вообще. Красавцы два. Блять, ну откуда? Смотри. Но. Я покажу тебе, чем занимались Сэл, пока ты спал. Мне может, вообще не очень важно все это. Давай лучше выберемся отсюда, братан. Хотя, хотя он что-то хочет нам показать. Ну-ка, ну-ка. Добро пожаловать в Нью-Йорк. Версия 2.0.
Что, хохлы захватили Нью-Йорк? Воу, балдеж. Сервали ее бесплатно. Блин, вот бы сталкера, да, на таком движочке. Скоро они стали монополией, счета начали расти. Ну, говорят, метро будет в открытом мире, так что там примерно то же самое. Балдеж. Ой, блин, в этой траве прям поваляться хочется. Боже мой, это вообще, это кино или это игра? Смотрите, это же фотография. Это не игра. Это кто-то вышел и сфотографировал свой дом в России. Свой микрорайончик. Летом поросло немножечко. Боже, этим можно обмазываться. Я не знаю, на планшетах, наверное, вообще бомбезно выглядит. Но у меня на 4К я даже... Я просто поверить не могу в такой графин. Мне хочется всех позвать и показать прям. Типа, чуваки, идите ко мне, посмотрите. Блин, я не знаю, эта игра, она не должна быть игрой. Они не должны мешать мне обмазываться графином и всем остальным. То есть все какие-то враги, этот лысый хрен, они должны немедленно покинуть эту игру и просто разрешить мне ходить по улицам. Они могли нагенерировать сотни таких улиц, и я бы просто бродил по ним. И на графин смотрел. И это было бы велико. Кто заляпал мой монитор, я не понимаю. Чьи это потные ручонки трогали? Крузис VR, я... Помощь нужна? Я думаю, VR будет способен такой графин тянуть лет через 500 только. Вставай давай, жопа, блин. Лежать потом будем. Война. Вот так вот. Учись, просто... сынок, пока я жив. Так. Не высовывайся. Надеюсь, снайпер ты лучше, чем капитан Прайс. Если ты понимаешь, о чем. Блин, посмотрите, какой у него пистолет. Вы посмотрите, какой у него пистолет. Где мой такой пистолет? Если оно тебя заметит, у меня говно какое-то, а у него пистолет из бегущего по лезвию. Назад, давай назад! Ну и срань. Твой мешок. Не, чуваки, я все свои слова назад беру. За эти 5 лет не вышло ни одной игры круче по графину, чем это. На 4К мониторе я вообще не знаю, ничего похожего не видел. Я прекрасно понимаю, что нет, это просто... цель приближается. Нет времени идти, ну, в обход. Как бы... шутанчик. Радиус поражения и коридорный, но... допустимого. Прорвемся здесь. Ни лиц лучше, ни природы, ничего я нигде не видел. Даже используя тот же самый движок, вот, например, поляки, которые снайперы делали, они даже на 50% не добились такого же эффекта. А, картинка сложилась? Ползем в двухмерный можжевельник какой-то. Не, ну если быть мономасом, то, конечно, текстурки-то говно. Но не за это мы любим Крузис. Снайперская винтовка из Destiny какая-то. Да вы захипали, уберите. Мясо. Так, я промазал. Что, меня? Как ты из этого стреляешь? Да не знаю, просто стреляю. Главное, что теперь можно шляться по улицам, и это дерьмо не будет мешать. Там были мины. Ну ладно, это был Крузис 3. Великая игра, очень красивая. Когда-нибудь обязательно пройдем полностью все три части, кроме первой. Она все-таки мне не очень нравится во второй половине. Это единственная часть, которую я проходил хотя бы до середины. Кстати, в Крузис 3 я наиграл 4 часа. Я дропнул на втором часу тогда или на третьем, и, по-моему, я уже почти его прошел, но как-то, знаете, вот я играл один вечер, на второй оставил добить, и этого второго вечера так и не наступило. Бывает с вами такое? Вот со мной один раз случилось.